ваш завтрак, милорд. Что вы кричите всегда, Берримор? Ну что кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. Вы плохо выглядите, Генри. Вам нужно больше гулять. Шерлок Холмс. Простите, как вас... Берримор. Что-то каша, что ли? Овсянка, сэр. Ой, как сверка. За кого меня принимают в этой гостинице? За дурачка? Какой мерзавец. Слушайте, у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, у меня ботинок пропал. Я говорила сэру Гарри, что еще рано любоваться красотами вашего болота, хотя еще не видели. Не, ну, мне интересно, а что она еще сказала про химию? Они еще не сели. Орхидеи еще не зацвели. Ну, что это значило? Не зацвели еще. Я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Силы небесные. Хороший козырь в наших руках.